А что она тут телевизор означает? Дерево даже брали с марта. Oh, yeah. Всем пришли приглашение, и Боря, что я должен прийти. Бедный, вот вчера вот это нужно, я его в 3 утра отпустила, и то он говорил, что в обратно домой. Мне очень нравится. Зато пошло, это твоя выставка, потому что вообще не уезжала. Да, вообще это моя выставка получается, я здесь оказалась. Мы уехали еще на Баковке, It's been there since 1860. It's been there a very long time. Мне нужно чай, да. Туда он вовнутрь, не входит. Чай? Нет. Знаешь, я чай в этот раз не сделала, потому что газета в комнате на полке. Водички, сейчас водички. А, эти водички простой, да? А там нету воды просто. Что потом, ладно, я тебя не буду приступать. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы готовы ее предложить. Talk about your work just for a little bit. So this is an opportunity for the public to experience the invasion of privacy through a rapid scan device without having to go to the airport, with adding a little bit of privacy in the form of preview across the private parts. So that's basically it. It's just a simulation. It's a device that detects the presence of people and extracts the information and turns it into a fake X-ray and superimposes an object to cover up parts of the body. Right, so we're into it. Let's see if it gets me up. You got it also. And,